Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Мене звати Тетяна Костецька. І сьогодні до нашої студії завітали народний артист України, режисер, актор, музикант Георгій Делієв та актор, танцюрист, перформер Андрій Утенков. Вітаю вас! Добрий день! І здравствуйте! Тема нашої сьогоднішньої зустрічі – нова вистава Георгія Делієва, а точніше візуальний сюрреалістичний перформанс «Імпровізація» «Naked Lunch» – «Оголений сніданок». Отже, Георгій, розповідайте, про що йдеться у вашій виставі та на що, що побачать глядачі? Ну, я поправлю, це не мій перформанс, це наш совмісний, тому що це і Андрія була ідея, і нашого партнера-композитора Сергія Ханукаєва, який спеціально для цього прилетів з Берліна, він в Берліні живе. Вот. Но він такий сумасшедший чоловік, такий ж, як і ми. Он там в своем компьютере сочиняет музыку, импровизирует, тут же ее выдает. Вот. Ну и мы как два импровизатора, Андрей и я, еще будет там принимать участие моя супруга Екатерина Делиева. Вот, она будет петь. Это в полном смысле спектакль импровизация, поэтому вот он один раз так просуществует. И мы вроде бы в таких разных жанрах, видах искусства все работаем. И тем не менее мы объединены этой общей идеей. В общем, что это будет, это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Скажите, пожалуйста, а что надихнуло вас на створение этой выставы? Мы с Андреем делали уже подобные вещи. У нас был музей современного искусства. Как назывался, Андрей? «Жажда целостности». «Жажда целостности», да. Там Андрей выступал в роли бутаиста, буто. Он там был голый и в глине весь, да, там испачканный. Я его обливал медом. У меня были монологи такие сюрреалистические. Монологи были о том, что квантовая механика — это, ну, как лженаука. И вообще все науки ложные. И я в такой, в очень популярной форме это рассказывал. Смешно. Андрей, в общем, он перевоплощался в различных таких духов, образов. Вот. В этот раз у нас будет... Андрюш, я расскажу тогда, немножко приоткрою карты. Безусловно. В этот раз у нас будет как два мужских начала, которые соперничают, где-то они в чем-то приходят к единству. То есть это поиск гармонии. Гармония — это то, о чем мы, люди, все мечтаем, чем мы болеем, чего мы хотим обрести, и не можем, мы никогда не приходим к какому-то идеалу. Вот, это такая попытка. И почему импровизация? Потому что если мы подготовим, если это будет такой готовый сценарий, он будет разработан, то потеряется вот дух сюрреализма и такого настоящего театра абсурда. То есть это будет, ну, наверное, как-то вот эта выученность, она испортит сиюминутность. А мы дадим такую полную импровизацию, это будут и пластические импровизации, и диалоги, и монологи, и какие-то эффекты. Где-то пугать будем зрителя, где-то будем смешить их. Причем я не знаю, в какие моменты... То есть, может быть, мне сейчас кажется, что это будет страшно, это будет смешно, именно этот момент, да? А этот мы думаем, ну, это, наверное, будет так прикольненько. На самом деле, там, может быть, зритель будет погружен в какую-то такую атмосферу безысходности, из которой мы потом будем вытаскивать. Ну и взаимодействие со зрителем будет, конечно же. Андрій, скажіть, будь ласка, як часто ви приймаєте участь у перформансах та у чому специфіка жанру? Ну, кожну неділю, наверное. Угу. Вот, или, лето очень плотное в этом отношении. И есть очень много направлений, в которых я работаю, перформативных, театральных. Вот. А специфика именно этого спектакля и жанра, и еще я бы немножко нашел связь с вашим предыдущим вопросом, что вдохновило. А вдохновил, на самом деле, звонок Сережи Ханукаева. Он говорит, что-то мы давно не слышались. Говорит, может, что-нибудь замутим там, что там, как Делиев поживает, давай-ка мы это. И вот это вот, как бы, вот этот вот простой звонок, из которого потом, знаете, как зернышко упало в землю, потом выросло, да, только оно вырастает быстро у нас. Вот, потому что мы все втроем, мы в каком-то смысле профессионалы, я уж себя причислю к метру одному-второму, что я тоже профессионал, вот, потому что я этим уже деньги зарабатываю, так считается. Вот. И получается, что мы все хотим экспериментировать сейчас, понимаете? Мы в своих жанрах чего-то достигли, уже есть платформа,
есть интерес, есть свой зритель, но всегда хочется что-то еще. Вот это вот то, что можно назвать внутренний ребенок, какая-то детскость, какая-то тяга к чему-то еще новенькому. Вот, она здесь, ну, будет нашей основной движущей силой, эксперимент. Вот, и в целом, ну, вот какой-то моя линия последних 5 лет, это то, что я ищу новый театр. Я устал от драматического театра, я перестал туда ходить, перформансы перформансами, но я хочу какой-то найти способ коммуникации людей, чтобы зритель был не просто отстраненным наблюдателем, сидел в зале, а чтобы он каким-то образом мог участвовать и влиять на, в процессе постановки, чтобы актеры были этому открыты. И это театр будущего 21 века, это театр игра, театр перевоплощения, когда зрители попадают правда в другой мир, и он участник ролевой игры становится. Это то, куда мы идем, и это один из тех шагов, которые мы делаем. Так я это понимаю. Скажіть, будь ласка, а чому ви вирішили надати людям можливість лише раз побачити ваш перформанс? А мы его второй раз не сможем исполнить. Вот даже если мы захотим, у нас не получится так. То есть, ну, наверное, если запишем видео, можно будет повторить когда-то, и потом нет смысла. То есть это как-то произойдет, и, ну, это больше мы для себя делаем, наверное. То есть те зрители, которым это интересно, многие знают нас, и они придут. Вот, это правильно Андрей сказал, что мы ищем. То есть то, чего мы достигли уже, мы это уже умеем, и уже это никуда не уйдет. Традиционный театр, драматический, например, то есть он предсказуем. Но для меня, как для зрителя, я прихожу в театр, даже будет самое великолепное представление, какой-то спектакль, там, гениальный режиссер, лучшие актеры соберутся. Но я знаю, что там будет происходить. Я знаю законы драматургии, режиссуры, перевоплощения, и мне эти правила игры понятны. Вот. А здесь мы изобретаем эти новые правила игры. То есть мы как, ну, открытие делаем какое-то, совершаем. Поэтому вот мы его сделаем, это открытие. И это тоже ляжет какой-то наш багаж. То есть это будет уже наш творческий опыт. Мы пойдем дальше. Скажіть, будь ласка, а у перформансі можуть приймати участь не актори, а любителі? Там, конечно, могут. Ну, у нас профессионалы в данном случае все. Ну, мы так пошли таким путем. Ну, в общем-то, да. Ну, почему нет? Ми знаємо, що у перформансі приймає участь ваша дружина. Да. Скажіть, будь ласка, важко працювати з близькою людиною на одній сцені? Ну, мені приємно, тому що як-то так нас це більше зближає. То есть я получаю удовольствие, мне кажется, Катя тоже. Вот, для нее это эксперимент полный. Я ее часто втягиваю, там, то в кино втяну какую-то роль, там, то куда-то. И она еще теряется, она многого не умеет, но она очень быстро обучается. Вот. Она здесь понятия не имеет, что ей предстоит. Я ей не рассказываю. То есть она уже как бросим ее в воду, как этот ребенок выплывет, как спартанские дети. Нет, не выплывет. Вот, но мы придумали такую, ну, вернее, это моя идея была, ребятам понравилось. Она будет играть роль женщины, которая поет. Вот, ну, будет петь красивая женщина, будет красиво петь, но, конечно, для нее будет это очень неожиданно, потому что это не просто выйти и там под фонограмму спеть, это, ну, будет акапельно петь, будут такие самые неподходящие места. Вот. Но в целом, понимаете, это же вот мы мозаику собираем, вот вокал, танец, такой танец, монолог, диалог, музыка шумовая, видеомэппинг, инсталляции, световые эффекты, звуковые эффекты, которые на сцене создаются, провокации с залом, со зрителем. Как зритель поведет еще себя, тоже так, важно. Так, яку, до речі, віддачу ви чекаєте від глядачів? Чи це неможливо предсказати? Ну, не знаю, как Андрей, я хотел бы так видеть их как партнерами, то есть чтобы они были соучастниками, чтобы они вот полностью доверились нашему действию, то есть чтобы у них не было сопротивления. Потому что когда возникает у зрителя сопротивление, а новые люди очень боятся, 80%, то и 90%, все хотят уже видеть то, к чему приучены. Вот, здесь будет новое. Конечно, мне хочется их сразу увидеть, что они за нами пойдут. Вот. Если они не пойдут, то надо будет их тогда пробивать, вовлекать, надо будет с ними, ну, работать, что называется. А мы же как артисты, мы не любим работать. Мы любим получать удовольствие, чтобы когда мы получаем удовольствие, зрители тоже получали удовольствие эстетическое. До речи, где будет відбуватися ця подія?
Это будет на Одесской киностудии в арт-центре «Веры Холодной» 29 августа в субботу в 20:00. Кстати, количество мест ограничено, там всего 100 мест, и там есть немножко наших приглашенных, значит, уже там в продаже останется мест, наверное, 60-70. Вот. И они сейчас продаются, и просто если уже кто-то не успеет купить, то, наверное, будет или стоя возьмем, или не возьмем. Будет ну, может, ну, стоя, может быть, запустим, да, если не будет, да. В конце концов, мы предусмотрели, что можно будет стоя смотреть. Георгий, а чи можливо репетувати такі речі з вашими студентами? Ви як новачка? Ой, я очень рассчитываю, ну, вообще, вот в этом году огромные планы на студентов, потому что, ну, Сергей Васильевич открывает новый зал, новую школу, и мне хочется, чтобы в этом зале происходили какие-то очень яркие события, важные, в которых будут принимать участие студенты и педагоги. То есть мы, педагоги, тоже будем играть, и студенты будут играть вместе с нами. И я хочу, чтобы молодые люди, которые думают, куда им поступать, чтобы раскрыть свой талант, чтобы они не думали ехать в какую-то страну, там, какой-то город, а чтобы они знали, что здесь все это есть, намного более высокого уровня. Но для этого надо показать, что вот такие есть шоу, такие представления, такие спектакли, которые вот так раскрывают там, будущих артистов. Вот. То есть планы очень большие. Потом я убежден, что особенно в творчестве, в любом обучении нужны практические занятия. Ну, как можно научить актера теоретически? Да, конечно, надо историю искусств, историю театра, надо им рассказывать, какие были мэтры, как это все делалось, работа над ролью. Вот Константин Сергеевич Станиславский сказал, вот Немирович Данченко. Вот, вот это все расскажется, но они этого не видели, они должны это все пробовать. Вот, поэтому должны петь, танцевать, перевоплощаться и должны уже понимать, что вот сцена, вот зал. Они должны чувствовать публику, они должны многократно исполнять эти этюды и должны видеть свои плоды. Вот, поэтому практические занятия первоочередные. Что касается киношников, телевизионщиков, тоже должны снимать на камеры, фотоаппараты, мобильные телефоны, все что угодно, уметь ставить свет, звук записывать, обрабатывать его в программах и не просто курсовую работу сделали, сдали, ай, молодец, умничка, вот тебе высшая оценка. А эта работа пошла куда-то на какой-то конкурс, на телевидение попала, не знаю, там на кинофестиваль. Вот, только так можно научить. И вот я с педагогами говорил, с коллегами, все со мной согласны абсолютно, у нас в этом отношении единое мнение. В общем, будем идти вот таким путем практическим. Зараз у вас є можливість запросити наших глядачів на цю подію. Запрошуйте. Да, ну лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот, нам бы хотелось видео какое-то показать еще, да, то есть приблизить, это, ну, естественно, мы не можем снять, вот, но такую вот замануху покажем, да, Сереж? Да. Ой, Андрей, да, Сережа это Ханукаев, да. Ну и Сережа, он виртуально с нами тут сидит, композитор наш, и Катечка. Так, дорогие друзья, мы сами не знаем, что это будет. Вот, у нас у самих, мы сгораем от нетерпения, вот, потому что это вот, для нас намного даже важнее, ярче, интереснее, чем, скажем, те работы, спектакли, в которых мы регулярно принимаем участие. Вот. Но то, что мы делаем регулярно на профессиональной сцене, это, естественно, безупречно, это великолепно, хорошо, мы очень талантливые, но это будет эксперимент для нас и для вас тоже. Так что 29 августа в 20:00 в арт-центре «Веры Холодной» на Одесской киностудии состоится это единственное, уникальное, неповторимое в прямом смысле слова, сюрреалистическое действие с огромным маппингом, визуальными проекциями, полное погружение. Вся музыка, вот все звуковое окружение будет создаваться тут же, и нами будет создаваться на сцене. Ну и нашим гениальным из Берлина. Да, и нашим гениальным композитором Сергеем Ханукаевым. Короче, это эксперимент. Если хотите острых, необычных ощущений. Вы спрашивали, Таня, про впечатление, да, вот есть одно слово нецензурное, не смогу его здесь сказать, но скажу, что это такое волнительное удивление, знаете, вот я хочу, чтобы зрители пережили на нашем. Я догадался, какое слово ты хотел сказать. Ну що ж, ми дуже чекаємо цю подію, дуже дякую вам за цікаву розповідь, дякую, що ви прийшли. З вами була Тетяна Костецька, до побачення.